Привет, друзья! Сегодня я снимаю свое первое видео, в котором я хочу рассказать, как я отрастила длинные, очень длинные классные ресницы. Отрастила я их не при помощи репейного масла или еще чего-нибудь. Это мне не помогало, я пробовала. Вот это была моя давнишняя мечта — иметь длинные, пушистые, шикарные ресницы. Ну, наверное, это в принципе мечта любой девушки. Потому что глаза – это, наверное, самое красивое, что у нас есть на лице. Отрастила я вот эти чудо-реснички при помощи такого препарата, как Кэрипрост. Вот. Вот эта вот баночка, вот она вот так вот выглядит. Вот. Это экологически чистый препарат, который сделан на основе натуральных компонентов. Производят его в Индии. Это аналог американского, я не помню название, ля как-то начинается. Вот, просто он более дешевый. Чуть попозже или сейчас я покажу фотографии с результатами ресничек до использования препарата и то, что у меня сейчас. Как все происходило. Пользовалась я им 4 месяца каждый день. Вот активный рост, вот он как раз 4 месяца идет. После этого я только поддерживаю эффект. Первые 2 месяца я практически не видела никаких изменений. Ну да, они стали чуть потемнее, может быть, чуть потолще, но вот как бы не особо чего-то было заметно. Вот после 2 месяцев начался вообще интенсивнейший, очень активный рост. В принципе, каждые 2-3 дня я видела уже изменения. Как они подрастают, подкручиваются. У меня где-то на 3 месяце вот на этом глазе ресницы прямо закручивались в трубочку. Вот сейчас этого нет, они выпрямились, стали еще длиннее. Вот сейчас мои ресницы, кстати, длиннее накладных пучочков. Я раньше себе в уголки глаз вот приклеивала иногда такие пучочки. Вот сейчас мои ресницы длиннее вот этих пучочков. Вот, но это вот из положительного, как это все классно, вот это для мотивации, что вот вы мажетесь 4 месяца, вот, и вот у вас будет такой результат. Расскажу сейчас, как пользоваться. Производитель предлагает вот каждый вечер пользоваться при помощи кисточки, то есть вы открываете, вот, капаете на кисточку и мажете реснички только по верхнему контуру ресничек, вот здесь вот у корней у самых. Вот, мне этот способ не очень понравился, потому что он не экономичен, очень много идет расход средства на кисточку, вот, мало попадает на глаз и средство быстро заканчивается. Как делала я? Делается это перед сном. Вот, я подхожу к зеркалу, вот, и вот так вот капаю и размазываю. Извините. Я мажу верхний контур, вот так вот наношу, размазываю. Это все очень экономично, капелька может быть 2. В инструкции написано, что ни в коем случае не надо наносить на нижние ресницы. Я наносила вот в уголочках, мне очень понравился результат, вы знаете, как у куколок такие, прямо вот здесь длинные, вот, но это по желанию, кто как хочет. Вот, может, из побочных эффектов, если у вас средство попало в глаз, то, в принципе, ничего страшного, но завтра, на следующее утро у вас, скорее всего, будут красные глаза, вот, сосудики лопаются. Вот. Но опять-таки ничего страшного в этом нет, это не вредно. Потом у вас после нанесения, там, через час где-то, может быть, побыстрее начнут чесаться реснички, бывает. Это говорит о том, что у вас сейчас идет активный рост. Вот, они отрастают, вот, это не надо ничего чесать, надо потерпеть.
Вот, это в принципе не страшно. Вот. После того, как в инструкции написано, что надо пользоваться препаратом ежедневно на протяжении 3-4 месяцев. Потом будет достаточно, если вы будете раз или два раза в неделю также на ночь мазаться, вот, и у вас будет результат поддерживаться, и, в общем, будут сохраняться реснички. Если вас что-то не устроит, вы прекращаете пользоваться препаратом, и где-то за 3 месяца результат сойдет на нет. Вот, то есть ваши обычные реснички вернутся в привычную им фазу роста. Почему в привычную? Потому что препарат, не знаю, как это сделано, но он ресницы отращивает куда длиннее, чем это заложено на вашем генетическом уровне. Вот. Вот так вот. Ниже в описании я приведу ссылку, по которой я заказывала препарат. Это проверено девочка из Санкт-Петербурга. В тот же вечер вам все ответит по запросу, на следующее же утро все отправит, вот, даст код по ссылке, чтобы вы ее могли отследить по интернету. Все очень удобно, все проверено. У меня все друзья уже себе заказали, мама заказала, я себе уже второй флакончик заказываю. Кстати, 3 миллилитра средств, но оно очень экономичное, мне больше, чем на полгода хватило. Вот. И при том, что поначалу я пользовалась кисточкой, и у меня почти все средство было израсходовано вот на кисточку. Вот, наверное, и все, о чем я хотела рассказать в этом видео. Пользуйтесь, не бойтесь, у вас все получится. Это 100% результат, ни одного отзыва, какого-то негативного или еще что-то такое. Вот. Я с вами прощаюсь. Спасибо огромное за просмотр. Будьте самыми красивыми. Люблю всех, пока.